Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать на канал Кики Мексиканец. И сегодня хочу поговорить один из моих любимых тем, это московское метро. Вы не представляете, как я сильно люблю метро в Москве. Я не являюсь спонсором, но правда, метро в Москве очень классный. Я много где побывал и правда, ничего не сравнится с метро. У нас есть отличное отношение цена-качество. И сегодня хочу поделиться с вами одним из моих самых первых видео, которые я сделал для блога, но в итоге не загружал. Я вам покажу мои любимые станции метро. И вы знаете, до того, что я переехал жить в России, я услышал, что московское метро это является дворцом для людей, для народа. Мне было очень интересно, потому что я это не могу говорить о метро в Мехико или в Токио, Лондон, Париж. Я никогда не чувствовал, что это дворец для народа. И вы знаете, тоже бывает, особенно если вы живете в Москве, что вы используете московское метро, но вы настолько привыкли, что вы даже об этом не замечаете. Я хочу с этим видео, чтобы немного показать эту красоту, чтобы вы могли посмотреть с другими глазами хотя бы на секунду и прям наслаждаться. Поэтому поделюсь с вами мои самые 16 любимых станций московского метро. Напишите в комментариях, если все эти станции, которые я показываю, это ваши любимые. Если она не в этом списке, какое или какие из этого списка вы считаете, что самое красивое. И, кстати, в том году, когда я сделал эти снимки, было в течение 3 дней, в 1:00 ночи, чтобы станции были более или менее пустые. Поэтому наслаждайтесь хорошей музыкой и приятного просмотра.
и, мои дорогие друзья, надеюсь, что после этого видео, в следующий раз, когда вы спускаетесь с московского метро, у вас появилось какое-то вдохновение, такое наслаждение, потому что это классно. И если вы еще не были в московском метро, чтобы у вас была возможность скорее приехать и этого увидеть, почувствовать прям дворец для народа. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, поделитесь на ваши соцсети, и вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adiós, amigos! Всем добра!